Видеосъемка. Оно на видео поснимали. Уже готово, я уже сделаю видео. Давай. А ты не надо, ты подальше подвигай. Да вот. Перестанешь курить, и представляешь, кого ты превратишься? Ну, немного, вот это тело было прекращено, понятно? Да. А что там было? Нет. Не мое тело, но все равно. А там? Я... Кому? Да, ну, не знаю, кому. Кому? Кому? Не, ну, понимаешь, вот приходит на парк, ну, ты же вам не знаешь. Он что-нибудь ляпнет, а она начинает давать. Лена, я жду, до Вовы дозвонил. Закручивает, закручивает, уже дело, а мне обидно становится. А что Вова нам мешает? Я говорю, Вова. Я говорю, слушай. Ой, собака. Да, да, не бойся, он нужен. Я говорю, это наша вот семья. Извини меня. Я говорю, обяжен. А ты, я говорю, кто здесь? Что ты мне начинаешь указывать, что... Ага. Вот. А она ж, нет. Не пробовал никогда. И вот с этого началось. А почему? Нет, Дима. Я не могу позвонить. За Таранской приезжают родственники. Вернее, не родственники, а соседи. Четыре мальчика какие-то. Они должны у меня жить. Так, в этой комнате. А я говорю, кто не артексит? А моему племяннику нельзя быть. Или по мне друзья. Я хотела протестацию зайти. Василий Васильевич, можно багажник открыть? Я там достану. О, правильно. Выдержки. Пойдем посмотрим. Чемодан купили. А! Роман.